Недавно в Киеве прошла выставка «Стройтех». Побывал на ней и я, главный редактор журнала «Коммерческие автомобили» Леонид Гоголев. Конечно, это не женевский автосалон, но и здесь имелись свои интересные премьеры, так сказать, свои Роллс-Ройсы и Смарты. На выставке прошел дебют самосвала повышенной грузоподъемности «КРАЗ С-26-2М». Он может перевозить до 26 тонн груза. Полезный объем платформы – 14 кубов. Мотор китайский, Weihai, соответствует нормам Евро-4, развивает 400 лошадиных сил. Подъемник кузова итальянский, фирма Binotto. Посадка в кабину и высадка из нее удобные. Кабина китайская, современная, просторная, со спальным местом. Щиток приборов информативный, над лобовым стеклом отсек под документы. На стенде компании «Амако» был представлен ряд строительной техники, в частности, экскаватор-погрузчик «Нью-Холланд» грузоподъемностью 3,5 тонны. Рядом демонстрировался китайский погрузчик «Шанглин» грузоподъемностью 5 тонн с ковшом на 3 кубометра. А его земляк, вилочный погрузчик «Юто», несмотря на малый размер, поднимает до 3 тонн груза. Украинская компания «Индустрия Групп» показывала южнокорейскую технику марки «Доосан». 5-тонный фронтальный погрузчик, а также гусеничный экскаватор с ковшом на 2 кубометра. Компания «Цепелин Украина» представила экскаватор-погрузчик «Катерпиллер» с 2 ковшами на 1 кубометр и на 320 литров. А это гусеничный мини-экскаватор. Фирма Voltex показала экскаватор-погрузчик компании Volvo Construction. Он имеет однокубовый ковш с запатентованным механизмом самовыравнивания. Эта же фирма показала и оригинальный французский погрузчик марки Manitou. Грузоподъемность его до 4 тонн, а высота подъема до 27 метров. Имеется выносной пульт управления. На выставке был представлен и мини-погрузчик финской фирмы Avant Techno. У него шарнино-сочлененная конструкция, редкая, в малом классе. Это обеспечивает радиус поворота всего 2,5 метра. Интересно, что имеется свыше 100 типов навесного оборудования. Грузоподъемность машины 1250 кг. Высота подъема груза до 2,5 метров.